Дай мне камеру. Друзья мои, я давно хотел вам рассказать о том, что в Новороссийске, в городе, в котором всегда была большая проблема с местами, где можно посидеть в тихой, спокойной обстановке. Ко меня часто посещали и хорошие друзья из разных городов, с которыми хотелось посидеть где-нибудь со спокойной музыкой и очень-очень хорошим чаем. Надо сказать, что это такое место у нас появилось. Это пространство чая «Шепот». Вот. И теперь минимум раз в неделю я здесь нахожусь, и чего и вам рекомендую, даже почаще. Здесь можно заказать чайную церемонию. Здесь куча разного чая, чайников и прекрасные кабинеты. И что самое главное, прислушайтесь. Спокойная музыка. Очень спокойная музыка. И больше ничего не звучит. Есть рыбки. Есть прекрасные кабинеты. И иногда даже здесь звучит живая музыка. А еще иногда здесь проводятся даже концерты с разными хангами. И может быть даже трибушет здесь тоже. Есть книжечки, можно посчитать. Это просто замечательно.